В результате ДТП в Нерюнгри погиб человек. Вечером 12 февраля на пульт оперативного дежурного нерюнгринского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что на улице геологов произошло ДТП. Автомобиль Toyota Charger черного цвета совершил наезд на металлический столб. В результате пострадали два пассажира и погиб водитель машины. Смерть наступила мгновенно. Удар был очень сильный. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью. Правая нога полностью сломана, сильная черепно-мозговая. Но это то, что явно просматривалось. И, скорее всего, внутреннее повреждение, потому что рулевая колонка его... Удар рулевой колонкой был такой, что под ним сиденье вместе с полом было подорвано. По приезду уже было констатировано медицинскими работниками. К моменту нашего приезда была констатирована смерть, что отрядом было применено специальное оборудование, и пострадавший извлечен.